Эта пара сразила своей красотой и утонченностью, пожалуй, всех, кто с 7 на 8 апреля был гостем клуба «Плаза». Не устоял перед ее обаянием и наш главный тусовщик. Подробнее он расскажет сам в клубном движении «Континент развлечений». Творчество этой по-доброму безумной девушки сводит с ума. Сотни танцполов в Украине на просторах всего бывшего СССР. Оно представляет собой своеобразное смешение стилей. И сегодня диджей Натали Лориан отжигает в «Плазе», и мы зажигаем вместе с ней. Давайте посмотрим, что творится на танцполе главной танцевальной цитадели города. На самом деле я пока не знаю, что творится за дверью, которая находится за моей спиной, но буквально считанные мгновения остаются до того момента, когда Натали Лориан возьмет в руки диджейские вертушки. Танцпол уже горит, поверьте вы мне, и мы как раз заходим туда. Этот украинский музыкальный тандем мы с радостью и уверенностью определим в тройку сильнейших артистов, гостивших в «Плазе» в этом танцевальном сезоне. Вечеринка с участием Натали Лориан и ее спутника MC Doom – одна из самых ярких, где довелось побывать. Здесь нет каких-то безумных декораций, света и прочего, но зато есть искренность, эмоции, таланты и мастера танцевальной церемонии. Я в «Плазе» не первый раз. Все у вас по фэншуй, то есть все здорово, нам нравится. В ее руках современный прогрессив и прогрессив-хаус превращается во что-то невероятное. Она экспериментирует, а публика не останавливается. Сеты Натали Лориан иногда заставляют задуматься, а не пересмотреть ли свои собственные музыкальные вкусы. MC Doom столь же ярок и непредсказуем. Их дуэт – один из немногих случаев, когда ведущий не дополняет диджея, а привносит в вечеринку собственный вкус и стиль. Эта парочка любит Беларусь и любит «Плазу», а историю своего романтического знакомства и вовсе впервые решили рассказать именно нашей программе. Я просто увидел, что красивая девушка похожа на Аллу Борисовну, а я ей почему-то показался Максимом Галкиным. Мы решили, почему бы не сделать такой новый красивый дуэт клубный. Да, это настолько же весело и романтично, как было в ту ночь на танцполе в «Плазе». Миксы от Натали Лориан заставляли любить и влюбляться. Уж поверьте на слово. Ты в меня влюблена? Конечно! Я тебя обожаю! Я тебя тоже люблю, друзья! Это «Континент развлечений», мы жжем сегодня по полной программе! Одна из самых незабываемых ночей все ближе и ближе подходила к утру. Главные герои вечеринки окрыляли своей энергией и без остатка пытались разделить позитив с теми, кто танцевал под куполом «Плазы». Я бы назвал отчетную пати фразой «Танцевать и любить, чтобы жить».